время суток, уважаемые моделисты, позвольте вам представить обзор содержимого коробки новинки от украинской фирмы AMP. Германский экспериментальный вертолет Второй мировой войны Доблхоф ВНФ-342 в 48-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится внутри, здесь, в этой коробке. Итак, небольшая коробчонка, фирма AMP. Разведывательный вертолет, я могу ошибаться в немецком обозначении, Доблхоф ВНФ-342, стал первым в мире вертолетом, в котором использовалась реактивная тяга для раскручивания ротора. Всего было выпущено 3 единицы данного вертолета. Первый полет совершил в 1943 году. И максимальная скорость, которую мог развить, 48 км в час. 48 масштаб. Давайте посмотрим, что находится здесь внутри. В наборе присутствует всего лишь 2 ледника. Вот они перед вами. Совсем маленький вертолетик получится, хотя и 48 масштаб. Очень редкая машина. Я, например, до этой модели вообще не слышал, что такой вертолет существовал. Ну и, соответственно, первая модель этого вертолета тоже на моей памяти не было. 2 ледника, один ледник с прозрачными деталями, лист декали совсем небольшой, вот такая плата фототравления и набор окрасочных масок. Вот, в принципе, и все. Совершенно, я думаю, что несложно будет сборка, хотя присутствует и облой, и качество, честно говоря, ну, не на высоте модели. Также в комплекте есть цветная инструкция на 2 языках, украинском и английском. Краски, которые необходимо использовать при окраске данной модели, данной на первой странице. Содержимое набора и сборка. Несколько вариантов, вернее, похожих 2. Да, 2 варианта. И еще на обратной стороне. Нет, всего лишь 2 варианта. Один из 2 можно выбрать и собрать любой. Вот такая модель. Артикул модели 48008, фирма AMP. Приобрести данную модель вы можете сейчас на нашем сайте itrmodelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам, конечно, не жалко. Увидимся, услышимся. Пока-пока.